Истребительная команда караула смерти на сегодня. С этими бойцами, в общем-то, вы уже все знакомы. Старый добрый сержант темных ангелов, который возглавляет все, весь этот караул смерти. Этот Kill Team. У него в помощниках есть мистер Меткий Глаз. Парень с плазмоганом, у которого правило Preferred Enemy, Гуэрелла-специалист. Есть простой десантник ультрамаринов, вот этот вот парень. Есть специалист, это космический волк, видите, вот такая красная псина у него на доспехе. Этот парень умеет 3 раза полететь своего Штормболтера. И, что очень важно, у нас есть потрясающий крутой накачанный мужик, у которого Хэви-Болтер и правило Relentless. Ну и маленькая тайная звезда, темная звезда, скажем так, черный храмовник. Парень, который не обладает никакими особыми навыками, но, в принципе, все равно хорош в бою. Сегодня у нашего сержанта выпал потрясающий крутой навык заиметь правило Зилот. То есть он бесстрашный и правило Хейтер. Закачка, думаю, очевидна. Итак, Дарк Механику мы сегодня представлены у нас войсками скитариев. Когорта, маленькая когорта из отряда вангардов и примкнувшего к ним темного Болистария. Болистарий Когнис Автокэнон исключительно, ничего больше у него нету, хорошо стреляет, командует всем этим альфа-скитарий, альфа-вангард, у него тазер-год и арк-пистол. Специалисты, парень с плазма-каливером, у него Preferred Enemy, парень с Omnispex'ом, у него Feel No Pain, и очень меткий парень с бионикой в глазу, у него Suppression Fire, стреляет и пин-тестит. Любое успешное попадание заставляет врагов кидать пин-тест. Вот такие вот Dark Mechanicum. Магас вдалеке просто руководит ритуалом, он не примкнул к ним, они просто его защищают. Такие вот марсианские предатели сегодня у нас. Наша миссия сегодня, как вы понимаете, помешать богомерзкому ритуалу случиться и установить имя Императора и его законы в этом секторе. Объясним темному механику, что так делать нельзя. Собственно, как мы будем объяснять? Если мы к концу игры имеем здесь какую-то модель не техники, вот на этой площадке, если совершается ритуал, мы получаем 1 victory point. С другой стороны, то же самое делают и прихвостни темного механикус. Если они имеют на этой площадке кого-то, кроме самого Магаса, который у нас токен, они получают victory point. Ну и вторичные миссии, само собой. Мы выиграли деплой, и сыны Императора десантировались ровненько вот здесь, между двух каких-то контейнеров. Основная группа наносит свой удар прямо по центру, как можно быстрее стремясь занять выгодную позицию. И только лишь десантник из Ордена Ультрамаринов, буквально-таки заместитель сержанта, он начинает свою операцию в более, скажем так, глубокой заднице. Посмотрим на расстановку темных механикус. Расстановка темных механикус. Все они начали свой ход здесь, за порталом, то есть позади темного портала. Я, блин, как будто сценарист Blizzard, может, так родился именно Beyond the Dark Portal. Здесь все пацаны, Дюша, Стас, Метелкин, все здесь. Главное, что парень, который понижает ковер с Feel No Pain'ом, тут огромный шагающий механизм с каким-то кающимся еретиком, точнее, страдающим еретиком, но он прям-таки говорит: «Император, освободи меня! Мне больно!» Он здесь. Тут же находится плазмоганщик с Preferred Enemy. Ну и коварный мужик, который стреляет от бедра, буквально-таки брутал, здесь наверху. Такая расстановка сегодня у Механикус. Смогут ли они перехватить ход благодаря своему лидеру? Узнаем прямо сейчас. Давай, адское это создание! Свет Императора узнаешь ты, ублюдок! Для десвотча мы выбираем на первый ход тактику уничтожения пехоты, реролим единички против вангардов. Десантники знают, что технологии механику слишком опасны и слишком страшны, чтобы принимать их просто так, легкомысленно. Вот эта вот плазма-хрень может положить нас здесь всех, потому мы выбираем стратегию коварной атаки и выжидания. Ультрамарин, десантник, болтерный снаряд отправляет в этого богомерзкого еретика. Он выбирает патроны на, видимо... Я посмотрю кодекс. Кракенболт. Полетели. Попал. Попал. 3+. Не пробил. Не мужик.
десант разбежался. Что получилось? Отважный сержант темных ангелов перебежал сюда буквально перекатами. Ролл, ролл. За ним колоком прокатился кровавый ангел с плазмоганом. И на этом все. Мы выжидаем и ждем действий противника. Давай. Уже видно, что предатели стремятся поближе сократить дистанцию с ультрамарином отважным. При этом они, видимо, не гнушаются потоптать остатки несогласного с политикой. Стремятся в пах имперскому рыцарю. Да, стремятся потоптать остатки несогласного с политикой партии новой. Потому что этот парень был за красных, сразу видно, за лояльных красных. И фланг закончил передвижение. Баллистарий предателей решает передвинуться. У него длинные-длинные механические ножки. И катается он, точнее бегает аж на 9 дюймов. Передвинулся. И занял позицию буквально-таки уже вот-вот. За углом находятся десантники Императора. Самый опасный обладатель плазмозарядов остается на месте. Никуда он не спешит. Ему хорошо вот здесь, в укрытии. И наверху мужик, который способен запинить десант, выдвигается на более удобную позицию. Движение завершилось. А, подожди, не всеми походил! Движение не завершилось. Движение предателей завершилось, и начинается фаза стрельбы. Предатели авангарды. Первый стреляет в обладателя плазмогана, кровавого ангела. Так поможет император нам. Первые три. Один попал, красавчик. А там не шесть, да? Не пять, не шесть. Да. Окей. Второй ублюдок. Туда же. Попадание. Ну окей, один попал и... один спас бросок. Я возьму красный. Красный, как кровь нашего примарха, которая обогрила богомерзкую площадку на барже Хоруса. На! Лосангвини. И последний вангард. Сейчас он стреляет. Сержанту уже. Посмотрим. Попадание. Ну как-то не везет темный мангион. Хотя кодекс-то посвежее будет. Да ладно, два раза. Мы возьмем... Черные кубы мести. Ведь все знают, что возмездие и редемпшн дойдет до вас, козлы. Они зеленые. Ну так я тоже зеленый. Вот тебе удар Гринписа. Бежит Баллистарий на 5 дюймов. Правило у него классное. Дюнкроулер, по-моему. Дюнкроулер. Как помнишь, в Робокопе? Да, 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 да. По лестницам ходить. Look at my horse, my horse is amazing. Ну и все остальные тоже бегают, передвигаются на рандомное значение кубиков. 6. Расстановка сил вот такая. Расстановка. Ответ теперь расстановка. Будет. Ответ тебе от Империума будет. Десантники Императора выждали своего часа. Вот он, звездный момент. Черный храмовник пробежался. Черный, это не политкорректно. Темный. Темный храмовник. Цветной хорошо. Храмовник. Цветной храмовник цветной. Пробежался, сократил дистанцию и готов ринуться в бой и поднападать кому-то из либо специалиста, либо лидера, а возможно даже свяжет богомерзкую машину в ближнем бою и освободит этого мучающегося бедного нечестивца от темного рабства. Огромные тестостероновые бочонки забрались на контейнер путем прокидывания Dangerous Terrain Testа и готовы обрушить всю мощь имперского вооружения вот на тех, да-да, на тех ребят, на которых указывает космический волк. Вали вот тех, Джонни! Ну а коварный сержант темных ангелов по обычаю, по-темно-ангельски вышел с неожиданной позиции, пробрался под могущественным темным магосом и готов из своего плазмопистолета покарать проклятого Баллистария. Вымя цель. Вымя, отлично. Ну и затем пуститься в ближний бой. Кровавый ангел вышел на дистанцию стрельбы вместе с десантником из ордена ультрамаринов. Пора начать бойню! Ультрамарин, кракен боеприпасы. Два выстрела. Первого, ближайшего. Один попал. Три плюс. А, нет, там единичка. Да. Давай, кидай пятый под бросок до укрытия. Механикус. И шестой фил, ну пойм. Шестой. Изыди. Изыди, дьявол. Один отлетел. First blood. Кровавый ангел. First blood. Кровавый ангел. Два плазма выстрела в ближайшего парня. Первый. Попал. Кавер сейф. Давай. Пятый.
Ладно. Туда же второй. Rapid fire. Еще камер сейф. Давай. Император, сохрани нас. Нечестивая магия не помогла. И испаряется ближайший. Из темных вангардов. Плазмный пистолет торчащего темного ангела отправляет снаряд плазмы прямо в Баллистария. Ну, понадеемся на успех. Император хранит. Хранит. Ну давай, Вера, мой не щит. Не сегодня, не сейчас. Щит потом. Щит. Щит. Ну ладно. Давай с хбшечки туда же попробуем. Хэви болтер в Баллистария. Ну, а наливай. Патроны. Никаких. Никаких. Очень зря. Все, попал. Все там. Шестерочки. Лайк и босс. Разок. Один. Одно скользящее. Нанесли. И пятый ковер, потому что постоянно есть. Блин, мать его! Дьявольские испарения. Космический волк трижды стреляет в лидера этих проклятых механикусов. Альфа должен быть убит. Ну вот, а? Троечки. Давай. Три, два спас-броска. Он не удивлен у этого гада. Ну давай. Хоп-хоп-хоп. Один есть, одна дырка, но шестой feel no pain. А наверняка не проканает, потому что слаб ты духом. Одна дырочка есть на вражеском лидере. Альфе Вангарду. Накачанный и жестокий убийца. Темный цветной храмовник стреляет с пистолета в ближайшего парня с Ауспексом. Оумниспексом. Один выстрел. Хоп. Но он из отряда Трупсы. А значит, как завещал Тайлерус, мы реролим единички. Попал. Троечка. Ну, на этом-то, в общем-то, все. Переходим к фазе чарджей. Начнем с банального. Этот сюда. Overwatch в меня, предатель. Еретик. Ничего. Это все же способен? Узри мощь императора имперского оружия. Зачарджил. Крутой. Нагибатель. Чарджит в робота. Overwatch. Два выстрела. С плюс одним на пятерке. Разок. Еще разок. Ну конечно, смотри. Вера, мой щит, не только, но еще и Power Armor. Практично и удобно. Чардж. Насколько? Я устрял. Нормально. Пробежался. Влетает он в дьявольскую машину. Пятачок, помоги мне! Пятачок! Сервитер на помощь! Меч не пролазит! Униме атаку. Я здесь. Начаржил. Сейчас он его мечом-то пару вымет. Граната летит от сержанта. Ну что же, возьмем зеленый куб нагиба. Тройка. Нет. Топчи меня. Две атаки. Не, без АП. Один попал. Три плюс, пятая сила. Я говорю, что Вера лучший щит. Храмовник объясняет заветы Империума этому подлому предателю. Смотри, в общем, так и так, три раза говорю. Повторять не буду. Не доперл до тебя, дружок. Да, попал. А там единичка была? Единичка была? Да? Да. Ну тогда три раза. Что ж, троечка. Лайк и босс. Два спас-броска. Ну-ка, удиви нас, предатель. Пим. Одна шестерочка, feel no pain. Все замерли, барабанная дробь. Храмовник почувствовал кровь на своих руках. Как же это восхитительно и прекрасно. После чего консолиднулся аж на 4 дюйма. Ну, ступеньку выше. Очевидно. Ход. Теперь механикус. Они должны что-то сделать. Срочно причем. Беги, Форест, беги. Беги. Ну, с другой стороны, у них там заряды плазмоганов еще остались. И много-много неприятного для нас. Посмотрим. Позорное отступление бегущего предателя, темного механикус. Какой-то вангард убежал. Но в остальном ХТХ и стрельба. Перейдем к стрельбе. Кто куда? Парень, который пинет, стреляет в Блэк Темплара. Давай, три раза. Ну, попал ты все. Окей. Пробивание. 5+. На шестерочку. Ну, окей, вот тебе еще доп-хит. Посмотрим, защитит ли его Вера. Он супер напасный фанатик, не то что темный ангел. Хопа! Защитила Вера. Да и получше, чем
темного ангела. Дальше. Ну, а пинтест попал, что ко мне? Попал. Вот тебе пинтест, смотри. Прошел. Еще один вангар стреляет туда же. Блэк-темплар, который подбирается к нужной площадке, мешать Магусу. Один промахнулся. Рерол. Чуть пробивание. Ничего. И расстояние. Плазма мужик стреляет на Хэви Монстера. Единички реролишь. Попал, все. Ну и 2 плюс Йеллоу Пауэр. Реролом единиц. Ты ненавидишь его. Да. Ну что же, Андрей. Давайте ищите кавер сейф там. Там шагоход. 5-й кавер сейф. 3 раза. Надо, Андрей. Вот сейчас надо. За императора. Ну! Пи-пи-пи-пи. Куда там плазма? Просто. И вот такое темное пятнышко осталось от такое. Нашей тяжелой огневой поддержки. Убегающий вангард стреляет в кровавого ангела. Посмотрим. Попал 3 раза. Какой-то он мне дает слишком меткий. Ну, пора пробить. Ой, да ладно, один раз. Что я не знаю, как это бывает. Смотри, как золотые сосы, которые инкрустированы дорогущими камнями Сваровски, защищают меня. Но не сегодня. Видимо, зря я про сосы сказал. Меня ранило, ребята, прям сосок. Помогите мне. Этот чувак чаржит в него без всяких овервотчей. Конечно, чаржит. Заявляешь доктрину какую-то? Да, заявляю доктрину. Там. Плюс квесы ему. Плюс 3. А? Плюс 3, плюс 1, плюс 2. Плюс 2. Плюс 2. Ну плюс хорошо, а ты хватит. Знаешь? Плюс... А ну... ты знаешь, что ты быстрее, когда с минус 2? Да, я знаю. Значит, да. Ты ничего не заявляешь? Шутинг фан, то есть я объясняю. Плюс 2, минус 2. Либо ты... Сейчас разберемся с ним. Значит так, слушай сюда, Бедрила. Сейчас я тебе все объясню. Тогда, короче, все, ну он добегает, мы не спорим. Добежал, и начинается махач. По инициативе сначала. У меня сержантская 4-я инициатива. Он разворачивается такой, это все, что сюда пришло, чтобы разобраться со мной? С помазником божьим буквально! Урви, в общем, фанатик мод. 2 атаки. Один попал. Там, ну, посмотри, посмотри, я в том случае не пропил. Давай, давай, 4 атаки. Ну, помолились. Ну, попал 2. Пока устраивает все это темного ангела. Ну, один сейф у меня точно есть. 5 силы по-любому. Ну, смотри, вот этот кубик, он сегодня тебя очень разочарует. Знаешь почему? Давай. Потому что это кубик имперского возмездия. Я им тебя грохну. Как я и обещал. Amazing Horse бьет, топчет копытами своими 2 атаки. Давай. 4 плюс. И 1, 3 плюс. Я даже тебе не буду рассказывать про этот кубик. Вот Еретиков кончился, и теперь возмездие. Возмездие летит буквально тебе на крыльях ночи. Не выпендривается. Темный храмовник и такой. Ну что, Магас, приготовься принять свою кару. Мне, минорные передвижения, вы сами все видели, плюс немножко сюда побегал космический волк, да. Ну и десантник ультрамарин переместился, чтобы покарать подлого ублюдка, убившего его собрата, кровавого ангела. Ну а теперь фаза стрельбы, поехали стрелять, начнем, наверное, с неинтересного, да. Убийство. Месяц, покарываем. Давай. Патроны какие? Самые крутые. Самые крутые какие? Которые ковер... Кракен, правильно, кракен. Попал один разочек. О, хорошо, давай. 5-й ковер, 106-й ФНП. Видишь, рассказать тебе про этот кубик? Не надо, нет. Волк карает плазма носителя. Ну давай, 3 выстрела нужно. У него же меткий глаз. Попал все. Вот реально меткий глаз. Иглай. Ну и давай, 3 плюс. Да что ж такое у тебя налево? Один спас бросок. Давай, 4-й кавер сейф за руины. Залегаешь? Да. Да у тебя остальные есть, дружок. Давай, 3-й кавер. Ну ладно. Блэк Темплар. Верхнего парня, который пытается запинить его. Ответные меры. Не хватает там Rapid Fire, потом один выстрел. Но очень меткий, очень черный и язвительный. Смотри, я стреляю своей желчью и ненавистью. Да, надо было болтером стрелять. Так себе, давай, надо было стрелять болтером не жалко. Ближний бой. Я бью первый своего лидера. Давай. Вот у меня два кубика возмездия и один
Нет, 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 я хочу, чтобы ты знал, что именно этим кубиком я тебя и грохну, о котором тебе рассказывал, смотри внимательно. Попал я, все. Я обосрался. Плевать. Ненавижу эту игру. Отвечаю тебе. Три. Ты на попадание. Будь мужиком. Отвечаю тебе. Мои темные булки стали еще темнее. Да. Ну ладно, два попало. Хорошо, пробило. Расскажи тебе об этих двух кубиках. Давай уже, расскажи мне. А я не хочу, потому что если бы он был один, другое дело. Смотри, первый. И вот, которого я тебе рассказывал. А это его друг. Но в семье не без урода, наверное. Да, имперское возмездие близко. Давай теперь роботом топчи меня. Мни мои булки. Ну просто я только на чаржах отосил. Один. Ну вот, это тот же самый кубик, о котором я тебе все время рассказываю. Имперское... Имперское лобби. Прости, дружок. Мы не сделали, в общем-то, ничего, кроме как запинили носителя плазмы. Это уже хорошо. И теперь мы попытаемся пережить очень важный третий ход. Давай, еретик, действуй. Нажми на кнопку, получишь результат. Все движение еретиков. В общем-то, плюс. Злобный магас приказывает своим подопечным, видимо, походить как-то, да? Да. Только ты опять забыл про дифтерентэ. Приказы дифтерентэ. Хер с этими приказами. И Спортхаймер сейчас включим. Ладно, походил хорошо на 5 дюймов. Считай, что почти так и походил как надо. А приказы-то будут какие-нибудь? Нет, не будет. Не будет, хорошо. Не будет никаких приказов. Правильно. Тогда стреляй. Он слишком сосредоточен. Сосредоточен, да. Да, фильм не будет. Стреляй. Начинай с кого? Стреляет Блад. Парень, который подавляет, опять же свою цель. Блад Тимплара. Ну давай, три раза. Ну, ладно, где-то я это уже видел. И 5 плюс. Ну, без шестерок. Давай. Один черный куб ненависти. За императора! Да, хранит меня император. Мой любимый император. Парень, который запинился, пытается покарать Блэк Темплар, но не видит его. Наверняка не видит. Правильно. Правильно. Стреляет в волка. Ничего не попал. Ничего не попал. Там этот, стреляет ультрамарин. Парень. Этот хрен, да, стреляет. Парень. В ультрамарина стреляет. Я стреляю в ультрамарина. Да хочу. Попадает он два раза. Пробивает. На тебе синий кубик один. Синий ультрамарин. Синий кубик жизни. Голубой луны. Ну, слушай, голубая луна работает. Так, дальше. И этот хрен... Последний парень в Блэк Темплара. Ну, давай. Видите, покажи класс. Ну, если так пробил, я бы испугался. А так еще не пугает. Два. Секунды. Ну давай. Черный карапас, черный щит, черная ненависть. Заебали. Жарж Вангарда в ультрамарина. Овервотч сначала. Два выстрела, которые 4-4. Нет, даже ничего нету. Ну, просто 2-6. С милу двумя, видимо, не дошел. Три дюйма поймет. А может, дошел? Три дюйма. Дошел. Ладно, ладно. Ну и все, видимо. И на колени. И на колени. Предатель. Споткнулся. Бей ультрамарин. Вот, ультрамарин. Попал обе. 3 плюс. Один. Спокбросок 4. Да. Ну теперь мерзкий. 2. Мерзкий парень. 4 с плюсом пробития, потому что эта фаза третья уже стала. Разок. Ядовитая. Разок. Ну давай, не давай, голубой. А когда на море качка, и бушует ураган. Не пришла морячка. Это хорошо. Трипер я тебе не дам. Продолжаем. Да завали ты угнетение. Давай. Он просто давай, издевается. Давай. Он понимает, что нужно убить на ход оппонента. Он все делает четко. Темный ангел. Ну смотри. Смотри, сади за рукой. Я беру те же самые кубы, возьму черные и... кубик, о котором ты рассказывал. Смотри внимательно. Схуяли три атаки. А потому что две сержант и одна ЦВ. Ну ты понял, в общем. Так же почему пробивают. Три плюс! Все там. Давай так, вот эти две отдельно. Не, ну, а чистоты. Просто их нету. Одну. Я уже правду тебе скажу. Да, шестерку кинь теперь. Шестерочку, feel no pain, есть или нет. Ну считай, что именно этой коварной атакой я отсек тебе голову. Отлично, теперь берет меня баллистарий. Давай, наливай. Две атаки, возмездие. Уже по полной тафне. То есть 3 плюс пробиваешь. 1, 3 плюс. 1, 3 плюс.
1-3+. А. 1-3+. Двоичный код. Нет, не судьба. Ты меня запутал. Наш ход возмездия. Я думаю, парень понимает, что как-то надо... Господи Иисусе, прикройся их командиром. Хотя бы кавер будет. Стоит на месте, дерется. Ну и все, мои парни закончились, в общем-то. Ну, там тоже дерется, здесь стрельба. Стрельба, стреляй. Видимо, плазмоганщика опять. Конечно. Он такой, типа, отправляет болты ненависти. Давай с игнором ковра по нему. А, хуй игнор ковра. Давай с игнором ковра, чтобы не залез. Пускай что-то такая. Рот с игнором ковра тебе. А мы не можем выбирать патроны этот болтер. Так что просто стреляй. А у него нету спецпатронов. Как у нет? У болтера нету. Мы же обозревали этот говнокодекс. Давай. Реолинчик. Ты же наконец-то пригодился. Пригодилось, да. Это не говнокодекс, он дает реолинчик мне. О, шоколадно. Перекрестки. Ну, парк. Два. Пинишься опять или нет? В смысле, залегаешь? Да. Да, все, последний ход, надо рисковать. Папа в опасности. Папа в опасности, давай рисковать. Два. Первый. Да. Второй. А там тройка, наверное, финичная. Ачи, блин! Black Team Flag опять пытается разрядиться уже болтерными снарядами в парня, который пинит его. Ну что же, выстрел. Меряем дистанцию, возможно, Rapid Fire. Нет. Коротковато у Black Team Flag сегодня. Выстрел! Болт ненависти! Отсоси. Подожди. Один рерол. Драка. Имперское возмездие. Ультрамарин. Две атаки. Ветеранство. Пробиванство. Ветеранство. Работает. Один сейв. Четвертый под бросок. Барабанная дробь. Одна атака в ответ. Попасть. 4+. Будет дружить долго, может. Хорошо. И вот здесь. Метаем сначала гранату. Опять? Черная граната ненависти. Ну, лучше, чем рукой бить. Хоп! Попал. Нужна пятерочка. Ха! Возмездие попала одна и пробивает на 3+. Надоело. Надоело! Зря сказал надоело! Жить так надоело! Твоя лошадь такая охренительная! Ищет. Консолидация лошади. Балистарий. D6. 2 дюйма. Справедливо, я считаю. Сейчас он у нас и на керне. На керне. Сейчас игра кончится, мы все равно завладели. У нас пока Black Templar, который держит всю игру. Он прикрывается магасом. Сейчас у нас брейк-тест, половину войска потеряли. У тебя тоже, дружок? Нет. Лошадь. Балистарий забирается наверх. 9. Да, нормально. Встал перед черным хромовиком. Парни окружают. Окружают все его просто. Готовится плазмоганщик. Плазмодушем окатить его. Разогревает. Разогревает, да. И, в общем, все сейчас зависит от действий этого крутого мужика. Сможет он или не сможет все откидать? Поехали. Кстати, надо еще одного парня убить. Будет брейк-тест. Возможно, они еще посыпятся на брейк-тестах. Посмотрим. Посмотрим. Ну, мы посыпемся на брейк-тестах. Может, и мы. Поехали, стрельба. Снайпер, который Suppression Fire имеет, стреляет в космического волка. Посмотрим. Хвалит ему это способности. Да чтоб тебя, дьявол. Два слива. Давай, космический волк. Сыны Руса! Отсос. Печаль, беда. Осталось два десантника на карте. Сыны Руса стремятся к Иисусу! Черт, это правда. Смешно, кстати, да. Темный ангел оценил. Плазма стреляет в... Темплара. Темплара. Хорошо. Наливай. С ковром подсказывают из зала. Хорошо. Горит, кстати. Что ты, единичка-то? Горишь. Кинь под бросок для себя. Видимо, это последний был твой плазмодуш на сегодня. Да. Хорошо, попал два раза. Ну, ты, пробивай. Ты понял, да. Разок. Четвертый каверсей. Что же я буду делать? Я буду залегать. Он такой прикрывается просто бочками с прометиумом. И такой магасом. Нет! Нет! Но на самом деле, конечно, кавер будет за руину. Ха! Да еблять! Весь пафос исчез. Проклятый мужик с плазмой тоже испаряется. Так. Видимо, этот парень сейчас зарешает игру. Если здесь... ХТХ. Ну что ж, ультрамарин. Не зря ты был где-то там за диплоем. Наверное, он побегает. В темных кущах. Побегай. Побегай. Бегает предатель. Побегал предатель. Ну, робот, в общем-то, плевать. Там может и остаться. Ему бегать не особо нужно. Ультрамарин бьет. Две атаки. Знаешь, горит и в аду смурф проклятый. Одна атака.
попало. Ой, удиви нас. Я знал, что этим все закончится. Вот тебе один голубой кубик. Давай. За Моисеева! За голубую луну! Ну, я думаю, что кончится все, конечно. Борис Моисеев возбудил. Смотри, кончается все брейк-тестом. Брейк-тестом, давай, убегай. Девятый фриролл. До завтра. Окей. Наш ход будет скромен. Пытаемся здесь надавать по щам и пробежаться. Давай, две атаки. Надо? Понимаешь, что надо сейчас это делать? Надо просто. Reroll to hit. Доктрина. Не зря купился. Вот так вот, хорош. И 3 плюс. 2. Надо. Разок. По-царски. Четвертый сейв. Нет, не считается, пока там не упало, в камеру не попал. Да в камеру не попал! Иди ты, изыди! Кидай здесь! Давай, кидай, будь мужиком. Что за херня? Какие? А что это вот? На! На тебе! Давай. Лишь судьба говорит тебе, Иван! Давай, сейчас поговорим с судьбой. Ну, конечно, Иван! You know patience story, я же еще раз шестерых не вижу. Давай. Засел! Парень же сгорел. Ну-ка давай, дружок, вот за самого важного, вот за этого мужика. Брейк-тест. Ну давай за этого. Давай. Ушел. У него восьмой. Но парень исчезает. Он свое дело сделал такой. Миссионный комплекс. Как круто. Парень, который в ХТХ. Остался. Ну и все. Вот, все, и встал. И встал, ему хорошо, согласен. И ближний бой, подеремся. Ну, наконец-то. По-моему, ты прикрываешься просто под предлогом того, что ты сражаешься, ты просто держишь его на расстоянии. Ты прирожил единичку прирожил? Да, единичку. То хит же. Горит в нем прорисмур. Давай, грохни его. Попал. Попал, пробивай. Давай. 4 с плюсом, нет, ничего не пробил. Окей, брейк-тесты. Наш. Нам. Пятый ход. Или шестой. Какой ход это? Шестой. Нет. Все нормально. ХТХ. ХТХ. Ассолт. Да. Попал разок. Три с плюсом. Да. Специалист. Кидай. Спас бросок. Да. И его в ответ. В ответ две. Вот так мы глупо и просрем. Потому что Смурф не может никого убить. Теперь твои брейк-тесты. А вот теперь твои брейк-тесты. Давай. Самый важный бросок вот здесь. Да чтоб тебя! Он играет. Ультрамарин. Два там. Попал? Ну хоть не брейк-тест. Два там. Ну давай. Уже не, почти не нужен, потому что остался один ход, и ты почти ничего не сможешь сделать. Да, блядь. Я смогу! Рассказать тебе про эти кубы! Смотри, будет ли последний ход? 4 с плюсом. Будет! Так, брейк-тесты, давай, Смурф, у тебя последний шанс за Императора отыграть. За Желивана! О, пошел работать, да? Понял, не дурак. О, прирол одного. Попасть. Красавчик. Босс, один подбросок. Пора умирать, я считаю. Ну давай, ну хватит нас уже всех мучить, а? Да. И шестой фейлоу бэй. Еще шесть. Ты уже... Сейчас этот... скинет. Опять? Нет, два раза не можешь подряд. Да. Слава яйцам. Yes. Уже когда не нужно, консолидируйся, дружище. Потому что все уже, не важно, даже не походишь. На одном что-то? На одном. На пять, по-царски, когда уже не нужно. Мне кажется, просто это такой ультрамарин, который... меня уже никто не убьет, хорошо. Хорошо. Я сделаю типа вид, что я был полезен. Свободная касса в бургер. И все, что теперь зависит, 26 раз. Сможешь ли ты где-то или не сможешь? Ну давай, 26. Нет. О-о-о-о-о-о! Парень считает. Вот это поворот! Но посчитаем вторичный мид. А, подожди, это херня нас просто пристрелит, и все. Ну, я понял. Слезаешь. Окей, два раза стреляешь. И чаржишь. Трём, там это самый. Один попал, два плюс. Угу. Итак, посмотрим сейф. Да, точно. Смурф из мощил. Отлично. Смог. Ну и ближний бой. Давай, есть. Лошадь. Интересно, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане? Одна граната. Одна граната? Одна смурфская граната. Я могу взорвать ее. Попал. А теперь так же 6. Давай, смурф атак. Ну ладно. Ну и бей. Там 3. 3 чаржа у тебя. Один там.
Все таки напряглись, сжали булки, последний ХТХ, последний бросок буквально, и последний смурф сейф. Давай, голубым, за императора! Блин, это ж последний сейф этой долбанной игре! Вы раздавлены и подавлены! Нет, портал в ад откроется! А все потому, что тупой смурф не смог! Давай. Боже мой! Единственный! Я не могу не повелевать! Андрюша, неси адреналин, ему опять плохо. Будем колоть прямо в сердце. Look at my horse, my horse is amazing. Give it a lick. It's just my praise. Have a stroke of its mane, it